перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Рябинович первый, и естественно, привет. Естественно, привет. Американос, привет. Это, наверное, единственная возможность мне тебе что-нибудь сказать. Йоу, да, мимо твоего этого, блядь, дома, студии хожу, каждый день звоню. Говорю, открой мне дверь, пожалуйста. Не берет. Вот. Короче, это, я перезапустил, потому что мне позвонили из дома, а семья на первом месте, поэтому перезапускаю. Американос тут пришел хайп наводить. Вот. Всем добрый вечер, всем привет. Из Мурманска. В Мурманск у тебя сколько там времени? А, ну хотя да. Где пропал? Когда Версус? Не в курсе. Где пропал? Как жизнь? Все хорошо. Не пропал. Хули отключил, поздравь меня с ДР. Такой ты злой, конечно. Короче, с ДР тебя, во-первых, отключил, потому что мне так надо было, понял? А Влад ПМ стар теперь. Не. У меня 24 человека на трансляции. Не, ну конечно, есть Американос, который, кроме Йоу и Пик, где мой Сникерс? Я смотрю, ты это самое. Тебе что-то от меня надо, да? Хотя что тебе от меня может быть надо? Мне тебе надо обычно. Как там Витя? Витя хорошо, может многих вынести, разъебать четки, причем спасибо. Бабушка нахуярила, так нахуй, и все. Под ноль. Отросло. Где этот, Американос? Ну давай, вот смотри, вот сейчас, блядь, при всех нахуй договоримся, а потом как ты сольешься опять? Как дела, что нового ожидать? Дела хорошо, нового ничего не ожидать. Как тебе такие расклады? Не, ну на самом деле там батлы будут новые, куда от них, что за трек? Негатив? Ты не знаешь этот трек, надо знать такой трек. Негатив, история одной болезни. Короче, по-моему, 11-го года альбом, вообще, или 10-го, вообще, кайф. Почему в Мурманске отдыхаешь, а не в Краснодаре? Где я так проебался? Здорово, бро, когда в Казань? Странно. Ну, я сейчас из Мурманска в Казань прихуярю, подожди чуть-чуть. Как тебе отскок Барса от Челси, игра жру? Давай не будем про Челси, пожалуйста. Прости, что грубо, просто так привык писать. Да ладно, господи, иди нахуй, хуйло. Трек «Негатив. История одной болезни», да. Спасибо за поздравление, блядь, мне похуй, что там у тебя. Триада, почему каста? Кстати, рэп у меня начинался с Триады и Американоса. Но, короче, на самом деле, типа, прям с Триады. Короче, слушал это вот этот альбом, там, «Негатива» вообще раньше. Сегодня такой думаю, ну что-то делать нехуй, послушаю музычку, которую раньше слушал. Нахожу паблик «Негатива», просто включаю, ну там, грубо говоря, чуть ли не все подряд. Такой слушаю, думаю, блин, нормально, смотри, 2006 год. Я как выпал, это Американосу, знаете, сколько лет было, блядь, сколько? 19, не знаю точно. Но, блин, короче, «Негатив» красавчик вообще. Когда трек выпустишь, не знаю, меня на студию не пускают, я, блядь, под дверями стою, под дверями, блядь, под чем угодно. А в чью команду взяли, не скажу, потому что нельзя, потому что тогда мне позвонит ментор, скажет, алло, йоу, ты уволен. А, ты же говорил, что рос на касте, ну я и рос на касте, но что мешает, типа, прям, значит, короче, ты меня спалил, я запизделся, ну и хуй с тобой. Как тебе соки на отборе, не выебываются? Соки-мо. Да нет, нормальный мужик вроде. Отец больше на трансляции не залетал. Я сначала подумал про своего отца, просто он это, походу, залетал. Ну, в смысле, на трансляции. Нет. Ну, отец, как бы, ну, как бы он приходит каждый раз, но только один раз он прям приходит и говорит, знаешь, я отберу тебе сейчас нахуй все. Вот. Смоки Версус или Хачапури с Американос. Ну, знаешь, одно у меня уже есть, а другое, блядь, сливается постоянно. Ну хотя да, кстати, Версус тоже сливался. Ты когда-нибудь доебешься. Пунктирую еще раз привет.
Ты такой охуенный, спасибо за творчество. Не за что, я охуенный, творчество у меня прям пиздец, искусство. Разберешь Аббу. Это обезьянка из Аладдина. Рос как на дрожжах. Ну, как бы да. Народный чемпион, это я и секта. Пунктир, еще раз привет. По поводу, что там Америка... Вот смотри, вот сейчас, блядь, американец-то выебывается. Вы же поняли, да, кто это? Это вот этот вот, который... когда слушаешь песню и понимаешь, что это не порча, ты понимаешь, что это он. Вот, а так и не похоже. Ты веган, да? Ну, очевидно же. На мейн-эвент РБЛ ментор не пустит. Мне, блядь, мозги свои не пустят. Ну, это не типа... Респект РБЛ. Вот, но не это... А где Хайд был бы на политической координате, он был бы вот этой пимпочкой на глобусе. Вот глобус, это на нем пимпочка, вот это был бы Хайд. Маленькая фигурка Хайда. Выиграешь ФБ4? Нет. Как ты относишься к тому, что декабристы не взяли на РБЛ? Были ли у него шансы, если слабее него? Отношусь плохо, шансы были. Были ли слабее него? Были. Но достоин ли он был прохода? Не узнаю. Подал плохо. В финале тебя ждать? Ну... Ха-ха в цвет. Ты, блядь, пишешь на своей этой Акае, нахуй, чё так медленно? Но, короче, вот смотри, американос. Сейчас мы, короче, добазариваемся о встрече, потом ты сливаешься и все. Я даже скажу тогда, что даже песня Рингин хуёвая, но она хорошая. Есть фотка с Огилом? Нет фотки с Огилом. Чё, сектор правда не прошел? Давай, не будем об этом, Андрюха. Вот, все, вопросы закончились, можно закругляться. 33 человека меня смотрят, что за хайп? Бланк или Сифа, бля. Да, помню, как мы сидели, блять, у тебя на студии по 6 часов, мы. Да каких 6? Спокойно, пришел один куплет записать на 40 секунд на отбор очередного какого-нибудь батла. Давай 6 часов, да 8 часов. Там 2 часа только жрали, блять, какую-нибудь хачапурю напополам. Ну, их две и напополам. Вот, но, блин, Бланк крутой, но Сиф вообще охуенный, пиздец. Я так его второй альбом жду. Хотя вот, кстати, Американос, напиши мне, пожалуйста, как тебе альбом Локи Мина второй? Ну, ты как бы, я думаю, ты же с ним знаком. Я просто вот, ну, фанат его определенно. Вот, мне первый альбом наполовину нравится вот вообще, ну, наполовину на 100% нравится, а вторая половина, ну, похуже чуть-чуть. Ну, как бы, блядь, охуенный чувак. А второй альбом я сегодня один раз послушал, и что-то как-то, ну, я так, мимолетно. Ну, Сифа крутой, отвечаю на твой вопрос. А что ты не прошел, в смысле, да? Рвать на битах просто пизда. Смотрел, да, мне, кстати, это чуть ли не лучший выпуск «Рвать на битах», который я видел. «Мосты или грибы»? Я не слушал «Мосты», так что... Выбор очевиден. Ну, у чати куплет прикольный на треке с Локдогом. Привет, привет. Какую футболку оденешь на Версус? Наденешь или нет? Уже надел. Бови достойно сделал или сортирный юмор? Достойный сортирный Бови. Хайт оставляет после себя только хайт. Блять. Вечно я с этой хуйней путался. А как тебе творчество Саши Скула? А, не, один куплет с Луперкалем охуенный, просто пиздатый. Блять, даже два с ЛСП, короче, у них охуенный трек. И с Луперкалем какой-то, где там он говорит что-то про Челентано. Как думаешь, почему Дипэксенса не пропустили? Как думаешь, он если чё разъебет? Ну, думаю, если чё, вот если как бы чё, то, блять, он врывается и разъебывает. Алфавит, ебаный убийца, да, крутой. Мне вот раньше как-то он, ну, алфавит, есть прикольный там один трек. Но тут прям он что-то такой, привет. Хима или на полусогнутых, блин, ну Хима, конечно. С Американос. Подожди, блядь, нахуй, надо вернуться в разговор. Че, о чем-то мы? Фитанем давай. Хайт выше, чем Ротшильд. Ну, тут, видимо, про Гнойного, но я хуй знаю, на самом деле нет, наверное, Гнойного выше. А хоть я только засветился на канале Версуса, потому что батл уже завершил, 36, как обычно, привет. Привет, спасибо. Сейчас, блядь, 29 зрителей станет, тебя забанят за такие оскорбления. Хайда в эфир не надо. У тебя спина белая. А популярность. Как тебе Маваша? Охуенно. Как относишься к Смоке? Ну, как Маваша. С кем бы хотел записать фит? С Американос я бы записал фит. Я бы с ним фитанул, и мы выпустили эпишку фитов. Там бы было сколько фитов-то с Американос? Да хуя. А, нет, у меня все фиты с Дрэкросом. Там отец тебе на трансляцию хочет то, что создал рэп.
А что мне там хуй нарисовали ВКонтакте? Ладно, потом разберемся. У меня там ноутбук стоит. А, где сельдерей? Кстати, да, я, короче, закупился сельдереем. Как, ну, я переехал, типа, вот. И такой, типа, буду транслировать ежедневно. И закупился сельдереем. В итоге сожрал его весь, блин. А он, короче, невкусный. Я думаю, нахуй я это делал. И как бы результата, блядь, нет вообще никакого. Но, фу. Норм типов набрали на ФБ. Да. Хортица, ну я, видишь, сразу переделываю. Фристайл мастерская от Влада Пьема. Хортия, я сразу понял, что это хортица. И на ходу, на ходулях, нахожу я. Хортица или три березы? Я три березы не пил, хортица. Но я, кстати, водку давно не пил, вообще давно не пил алкоголь. Как тебе сегодняшний матч Челси? Не смотрел и предпочитаю не смотреть и не спрашивать. Больно. Ты знал, как что у меня днюха, я в честь этого запустил прямой эфир. Поздравляем с 21-летием, пацаны, победители ФБ4. Здорово, здорово, с днем рождения. 21 год бывает, у меня было уже. В общем, нахуй батлы. Лучше расскажи, какое у тебя любимое блюдо. А хуй знает, я не знаю. Смоки Мо? Это ты? Нет, это не ты. Ладно, я знал, что это не ты. Но... ага. В общем, нахуй батлы. Смоки Мо также сказал, когда... Я заорал, тренируйся. А ты лучше... Какое любимое блюдо? Да хуй его знает, не знаю. Ну вот всякую хуйню люблю, как бы. Я... Просто есть что-то там, что я не ем, и это как-то вот... Мало такого, на самом деле. Ну, селедка под шубой, охуенно. Салат. У меня магнит под боком. Просто вот тут. Вот тут. Вот там. Вот. Сельдерей или селедка? Ах ты, блядь, как ты пробил. Селедка, конечно, какая... Ну, сельдерей, конечно... Я... В чертогах разума проебался. Бля, ты няшно, когда будешь в Ростове, звони, я рассмотрю заявку. Слышь, ебать. Я, бля, Левенцовка, ой. Спалился. Ну ладно, все равно тут, понимаешь, меня и так на улице везде, везде узнают. В пивнуху зашел, узнают. Вы что делаете, ребят? Я же даже пока с американосом не ходил, гулял. А, да что, что тебе звонить, смысл вот тебе... Давай, я сейчас закончу трансляцию, тебе позвоню. Что ты мне скажешь? Да ты мне ничего не скажешь, ты трубку не... Нет, ты возьмешь трубку? Да ты не возьмешь трубку. Гов конфор был в Телеграме. Чувак, ну честно, вот, типа для меня, ну, конфы не это. На них так время убивается, его честно нет. Это вот выходной, нахуй, вот кайфую весь день. Послушал, блядь, альбомы негатива, охуенно. И Макса Коржа, потому что меня мотивирует Корж, но Иван нет. Знюхай, спасибо. Сити или Ливер? Ливер. Витя Бови больше, чем все, да. Как ЕГЭ сдал? Кстати, нормально относительно. Я русский хорошо сдал. Короче, сочинение написал. Сейчас, внимание. Блин, вот честно не помню, на 21 из 23 или на 23? Но, по-моему, все-таки что-то я... А, я какую-то там запятую проебал, они мне говорят 21 из 23. По-моему, что-то такое было, я как бы, а вот, то есть, видите, как бы языком чесать умею и сочинение пишу охуительно, вот. Зачем мне там какую-то хуйню пишут в ВКонтакте? А, почему батл-рэперы не умеют писать треки? Почему американцы же пишут треки хорошие? Ну что, рассказывай, как ты Витю Бови уничтожил, раз он вашей тройки победителей и Мирона четвертым стал. Я ничего не буду рассказывать. Витя Бови расскажет сам за себя. Сколько выпьешь пива за день? Ну, в принципе, я могу, ну, нормально выпить, но просто мне это неинтересно, понимаешь? Я... Вот, будет выгодно. Флоу чувствуется даже тут. Ну, ясен хуец. Ебой эфир, да. А, когда треки? А, прости. А, так, так, так. Какую книгу сейчас читаешь? Не читаю книги... уже какой-то определенный промежуток времени, потому что у меня определенные перемены в жизни, и то есть, ну, блядь, короче, у меня нет времени. Я начинал, ну, кстати, мне там это, Дудь советовал какая-то книга, блядь, про футбол, там, Калашников Иван такой ездил по Англии, ну, вот это я прочитал половину примерно. Но это так, знаешь, на работе там 5 минут какие-то выдались, почитал день. А вот так мне, как бы, хочется вернуться в эту тему. Ну и, кстати, пока в сезонах книги особо не читаю. А, так, если будет кроссовер RBL versus Versus, ты на какую площадку будешь выступать? Если поставят с Терепсом, то разве... Терепса просто втоптаю в грязь. Просто вот... Ну, был Терепс, нет Терепса. Больше всех плакать об этом буду, но разъебу его. Если я буду за Versus, он за RBL, то убью нахуй. Книгу Чейни, да, нормально. Еще в школе умел сочинять стендапы. Ну, в школе я ебать разъебывал. Ну, в принципе, как и везде. Ну, в смысле, я имею... Ну, да.
Что тут добавлять? На твой взгляд, кто из батл рэперов делает самые годные треки? На мой взгляд, Хос хорошо делает. Да, блядь, ну Рики Ф, ну как бы, блин, ну я не знаю. Хос, я там парочку слушал, ну, нормальный, но... Будешь на стриме делать что-нибудь, кроме ответов на вопросы из чата? Ну, у меня же это, типа, плойка. Я вот думал, даже сегодня, причем думал, типа, создать этот ебаный канал, какие-нибудь там... Ну, во-первых, блядь, это как-то... Мне совершенно не хочется это... Короче, но я бы поиграл, может быть, в FIFA, там, донаты пособирал. Было бы нормально. Что думаешь о сыне проститутки? Он очень потенциальный, блядь. Если чуваку 17 лет, он такую шумиху вокруг себя создал, то я думаю, что если он хуйню не начнет царать, хотя он начал ей страдать, то посмотрим. Охуенно, Флоу, братан, по сипке. Американус мне поставил Флоу. Я приходил к нему без Флоу, уходил с Флоу уже. Кстати, смотрел легендарное возвращение паровоза на .батле. Наконец-таки. Наконец-таки мы заговорили о том, ради чего я эту трансляцию создал. А, да, хуйня. Все, дальше. Я приду и выпью литров 5, но только тогда, когда... Ну, 5 литров вообще нормально можно. Где работаешь? В центре города. Работаю в очень крупной компании. Очень крупной. На самом деле, одна из двух крупнейших в мире. Спорт или спирт? Какой спорт любишь или спирт? Ну, блин, не знаю, так-то как бы по настроению, но в основном, ну, то есть сейчас спорт. Потому что бухать некогда. Читал «Статус свободы» от UL? Нет. Американец, помоги мне прочитать это UL. Книги про зарождение рэп-движухи в России. Это мне Хайт читает в Телеграме перед сном. Хотел бы забатлить сына проститутки? Не, его похоронил, забатлил Исейма. Ну, как бы, пока... Не надо. В чью команду попал? Не могу говорить об этом. Я прямо говорю, что не могу об этом говорить. Мне надоело эти, блядь, увертливания, вот как бы, типа там, да я не могу сказать, попал я или нет. Я не могу говорить, в чьей я команде. Выгоняйте меня, если хотите, ментор, вот кто угодно. Звоните мне, говорите, ты уволен. Но я вот отвечаю так. Рудо или Эрнеста делают лучшие треки, если их вообще... Да, кстати, Эрнеста. Мне нравится Эрнеста. Ну, какие-то треки, где он меня еще, блядь, нихуя сосит нормальный. Декабрист, о, привет. Сегодня тебя не позвал, хотя мог бы, но ты, наверное, работаешь, да, вообще похуй. Хотел бы забатлить с Гнойным, можно было бы, да. Чисто на похуй, так сказать. Мак или KFC? KFC, конечно же, когда в Петербурге я постоянно в KFC жру, а я, походу, часто в Петербурге. Ты, кстати, видал Бар Скептина против сектора? Я не помню, когда последний раз так ржал над баттлом, как играл. Ну да, клево было. Смешно. Очень вкатил Огил на отборе. Отборы в целом сильные, но мне видны слабые места. Как тебе Огил? Какие сильные и слабые стороны видишь лично ты? Как тебе мой Земеля Инсейн, глядя на подготовку? Огил очень интересный, перспективный и точно. То есть, ну, блядь, ну, не было такого еще. Ну, вот не было. Но там есть определенные слабые стороны. А зачем я буду сейчас от них говорить, когда у него там будут какие-то оппоненты в сезоне? Ну, как бы вот я сейчас за 3 минуты трансляции разберу стиль Огила, и как бы... И он выиграет сезон только потому, что все какой-нибудь там Дипоксенс выходит в финале такой, на-на-на, там по полочкам раскидывает 20-минутные раунды, а просто выходит за бой и говорит, ну, знаешь, я это видел уже в трансляции у ПМа, за 2 минуты раскидал, он как бы это было больше панчлайнов, больше рифом. Зачем это делать? Инсейн, было что-то прикольное, но что-то было неприкольное, честно. Ну, я вот больше, ну, реально не очень запомнил. По-моему, по подачкам там что-то нормально было. Сохрани эфир потом, я не вижу в этом смысла. Я тут не несу какой-то охуевший... Секунду, переключим песню. Какой-то охуевший информат. И просто ебло мое вот такое, нахуй. Час слабо посмотреть. Ну как-то вы смотрите. Правда. О! Кстати, американец. Да он уже ушел, наверное, но похуй я, конечно, обращусь. Ты, я смотрю, там что-то гречку слушаешь. Вот тебе гречка. Худей. Как тебе Огил? Давай еще раз это расскажу. Ну, короче, нормально. Посмотрим, что будет делать дальше, давай скажем так. Знаешь английский хотя бы на уровне просмотра батлов King of the Dot без субтитров? Нет. У меня сидит американец, и мне все рассказывает субтитры. Ну, что-то понимаю, но все равно надо лучше. Тасма. Я, честно, никнейм просто забываю. Я не знаю, почему я забываю твой никнейм. Вот, привет. Ты бухгалтер или аналитик? Я этот... специалист. Вот реально моя должность называется, начинается со слова специалист. Специалист. И вообще, блядь, понимаете? И это как бы не в батл рэпе специалист. В батл рэпе я уже просто этот, блядь. Ну, вы поняли. Какие 3 батл рэпера тебе больше нравятся и 3, которые раздражают? Нравится, хуй знает. Тирэпс, Дипоксенс.
Сектор Сеймур. А, это так, Оксимирон. Забыл. Да, раздражают, не знаю. Потом еще, блядь, меня где-нибудь пырнут ножом, нахуй мне это надо. Здоров, как ты? Привет, отлично, я жив-здоров. Бля, Орд, спасибо за ответ, да, как бы хуй с ним. Огил крайне переоцененным ходом, даже готовиться не надо, просто открываешь текст первого батла и отбиваешь. Ну нет, ну как бы, блин, ну, в батл-рэпе, да и в принципе в рэпе, есть не только математическое что-то, там, количество панчлайнов, личность, что стоит за ними, блядь, кто там еще, рифмы, нахуй, там, вот эта вся хуйня. А есть такая штука, как вот, ну блин, он необычно, и он что-то вот новое все равно, да, плюс какой-то стилечек, как бы, это да. Но один раз это удивило, это охуенно, все такие, ну вот, он типа не оставил впечатления среднего, да, он либо очень понравился, либо типа не понравился. А я, как человек очень умный, умудренный опытом и этот, рэп-гуру, я как бы изначально, я такой, в серединку встал, то есть мир делится на три части, это... Люди, которым понравился Огил, люди, которых бесит Огил, и я. Вот я. Вот. Я изначально, ну, как бы вот, типа, да, я удивлен. Посмотрим, что будет делать дальше. Все, отстаньте от него. И, кстати, вы его заебать можете. Вот вы его, блядь, доведете, что он перегорит. Или наоборот. Так, смотрите, как тебе Сережа Сотников рэпер? Охуенно, смешно. Да, интересно потом посмотреть, просто сейчас времени нет, сохрани эфир. Ладно, хорошо, попробую. У меня иногда вылетает Инстаграм, я просто такой, типа, так думаю, ах, сейчас бы сохранить эфир, он вылетает, нахуй. Фиделио или решетка? Ну, блин, как бы. Что тут думать? Как тебе Маниту? Кстати, может, интересно стиль, но... Бывали, вот если типа собрать, в общем, там будут несколько хороших раундов. Специалист слаботочных систем... О. Ждем, пока я переключу. О, Томас, ебать. Хорошая песня. Кстати, с My Waves сам еще не слушал. Ну, походу, Америка ушел уже, так что... Америка плохой рэпер. И вообще, кстати, могу назвать адрес его студии. Приходите там, блядь, в окнах, ебашьте. Там иногда можно услышать неизданные треки Оксимирона. Вот, и пизда ему, короче. Начальника забатлил бы. Так, так, так. Нет, начальник очень хороший. Как Оксимирон в жизни? Не знаю. Я с ним немножко разговаривал. Сеймур тебя вынесет в одну калитку. Ты чё такое говоришь? Я тебя забаню. Раздражает Вики Маус, Катраваси, рычение. Не, Катраваси меня не раздражает. Следишь за киберспортом, если да, то за какой дисциплиной? Ну, я по FIFA, киберспорт, я не знаю. То есть, и то, как бы, я просто смотрю каких-то фиферов и даже не геймплей. Ну, короче, хуйню всякую смотрю, если бывает. С похоронилом бы по батлу можно было бы, да. Это как бы, блин, ну, это крутой батл был бы, да, сильный. С кем бы ты забатлил с большим удовольствием? Со следующим своим оппонентом. Очень хочу забатлить, пиздец. Готовиться не хочу, батлить хочу. Не, Анила, привет! Спаситель вынес Огила. Ну, может быть, да. А, так это ты тот, который сказал, что... Тогда нет, тогда Огил вынес спасителя. Ты не понимаешь, не шаришь ничего в батл-рэпе. Пьем, сынок, я соскучилась. Да, приезжай, этот самый, куда-нибудь. Я, как всегда, куда-нибудь приеду, там не Анила. Вот я тебе назову адрес, блядь, приедешь. Хуй тебе там лететь. Пьем, верни косарь. Уйди отсюда, как Оксимирон в жизни. Ну, охуенно. А, спаситель вынес в одну калитку Огила. Заткнись. Это неправда. Огил убил его. Ты видел, как он пеной ему чуть ебальник не расплавил. Я вижу в тебе потенциал суперзвезды батл-рэпа. Я могу инвестировать в тебя. В тебя. В меня ничего не надо инвестировать. А я, видишь, как бы по Фрейду, блядь, сам так прочитал. В твои акции. А, ну в мои акции это как-то странно звучит. А, нет, нормально звучит. Ну, я экономист хуёвый просто. Нет, нельзя. Да, я понимаю, кому понравился Влад, просто когда они берут Глеба Файва, у которого были просто охуенные панчи, но берут Огил, они реально... Не-не-не, типа... Блядь, Огил по праву в топ-16, вот это точно. Ну, то есть, блин, там были, есть персонажи, да, которые сомнительны, но... Нет, там по Глебу Файву, честно, не помню, но помню, были точно панчи. Но Огил, ну, блядь, заслуженно. Вот,
Как хочешь жить, ты понимаешь. Что там по новому альбому Лакимина, кстати, под Бэтдауном уже поугарал. Я послушал его на фоне, то есть не в наушниках, а на ноутбуке, сидел, играл в FIFA. И как-то мне показалось, ну, я не просто чувствовал, завтра просто чувствую. За UFC следишь, играл, вот когда следил, перестал играть, перестал следить. Я такой, glory man. С какой целью ты идешь к мечте, с целью стать этим? Ну, чтобы я вот стал, блядь, как это так сказать? Если я сейчас скажу, то это будет пиздец, конечно. Вот голубых, знаете, типа, ну, чуваки, когда доктор Манхэттен. Вот я, короче, такой, типа, буду... Ну, нет, раз в батл-рэпе, то должен быть другого цвета. Ну, такой, знаешь, цвета, блядь, крови на асфальте. Я такой, и у меня вот тут будет вот такая штука гореть. И когда человек только подумает, ну, такой, можно заняться батл-рэпом, я уже где-то там, сидя на Марсе, буду такой, нет, нет. Ты не займешься батл-рэпом, ты лох. Вот, ну как-то так. Я с Ростова, чувак. Я надеюсь, мы не будем ходить по одним улицам. Ну хотя мы, блядь, будем ходить. Треки от тебя будут? Пока нет. Ты хату снимаешь? Да, ну можно сказать так, да. Па-па-па, любимый цвет? Блядь, да хуй знает. На оранжевый, нормально. Я над этим вопросом дольше думал, мне кажется, чем над своей целью, блядь, в батл-рэпе. Ну и похуй. Я думаю, будет заруба между тобой и Гнойной на батле. Будет, конечно, между нами заруба, но, наверное, Сеймур придет и вынесет всех. А потом еще придет Спаситель и вынесет Огила еще раз. Да, чувак? Я тебя понял. Кто из РВ? Не знаю, о чем ты. Да, конечно, ушел Американос и... Скука стала смертная. Кстати, вот я позвоню человечку. Не пиздай. А в каких отношениях ты сейчас с пирокинезисом, вы еще общаетесь? Мы не общались вот очень давно, но, блин, по-моему, он там как бы супер талантливый чувак. Хотя последняя его музыка, я ее просто не понимаю, наверное. У него как бы, он выпускает альбом, половину я не понимаю, половина мне нравится. Ну, вот прям, то есть я слушаю, да. Вот. А я с ним виделся, по-моему, если честно, один раз. Ну, мы так прям посидели, пообщались. Вот. Охуенно отношусь. Очень хороший молодой человек. Паровоза смотрел? Да, смотрел. Охуенный тоже молодой человек. Слава или КПСС? Не. А насчет ФБ, надеюсь, что вы с параноиком хотя бы в разных командах. А то единственные два ветерана, два батлера ветерана в одной тиме, это жестко. В моей тиме два ветерана батлера. Окси, бро и... Или не бро, а... Окси, блин, этот, Мирон. Олег Сойер присоединился. Иди отсюда, уходи. Йоу, Ладос, ты машина, разъеби всех. Я Олега Сойера разъебу, как минимум, первым. Сойер, вызывайте в эфир, брат добра. Че? Ты все уже ебнулся? Звезду словила? Обидно тебе, когда слился Гнойный с батла с тобой? Да я этого, блядь, я это, короче, как бы заранее знал, ну, грубо говоря. То есть я тогда даже сам писал, типа, организатору всего этого мероприятия. Говорю, ну что, Гнойный уже слился, типа, а? Или нет? Ну, как бы я все равно продолжал готовиться. Да че как бы обидного? Обидно... Немножко за другое, но об этом не будем сейчас. Последний пунч Западу, который прям запомнился. Я, кстати, давно в западные батлы не смотрел. Подожди, какой последний я смотрел? Блять, рука устала. Да. Да я не помню. Я вот сегодня буду смотреть батл один, который вышел недавно. Вот. Мы туда поговорим. Па-па-па-па. Ребятки, не забывайте про лайки. А тут лайки еще что-то дают, ну типа вот... Ну что это за лайки? Я не знаю, честно, что они дают. Ну, ставьте, ставьте, а там как бы это разберемся. Салют, Владос, выходи почаще в эфиры. Да, если бы была возможность, я бы выходил почаще. Просто, знаешь, когда мало свободного времени, типа, и ты наслаждаешься какой-нибудь хуйней. Нормально объяснил. Олег Сойер, что ты мне свою ладошку, блядь, скинул? Нахуй. Если будет кроссовер versus Арбал, ты за кого будешь выступать? Да я не знаю, позовут ли меня туда вообще и как бы... Не знаю. Но если ты еще Браги считаешь ветераном, то мы Б3. Браги ветеран, однозначно. Забатлил ли СД? А чего, зачем? Как бы. Как относишься к Человеку-пауку? Как к Человеку-пачуке? Ну, я не знаю, ну, блядь, как? Ну, прикольный этот герой. А, где ФБ-пачука? Это знаешь, как спросить
«Где в Марсе вода?» Почу, как бы, вода должна, вот эти перефразы, ну, такой, да? Вода должна быть на Марсе. Она там обязана быть. Но ее там почему-то нет. Потому что... Чё с пабликом ВК? Народ проголосовал за. Да, как только люди, которые будут этим заниматься, освободятся, они, наверное, сделают. Точно. Я, короче, подумал это самое. Пока зачем? Ну, короче, блин, друзья, пока можно добавляться, и все хорошо будет. Нет, не дают, но ставить надо все равно. Видел батл грязного Рамироса, жесть, он крут. Видел, да, ну, мне больше понравился Картрайт, Картрайт хорошо делал. Кто-то фаворит на втором сезоне Рэбл, Ник. Ну, фаворит там он, блин, Deepak Sense. Вот. А мой конкретный, ну, блин, Deepak Sense, блин, ближе мне всех, как баттер. Намного причем, но не хочется уже просто ставить вот эти вот. Мне кажется, уже какой, 2018 год, вот нету, вот сейчас в сезонах нет такой хуйни, как она не работает уже. Мне кажется, вот она сейчас перестала резко работать, чук, нахуй, и перестала. После того, как Сеймур берет сезон, Костнер берет сезон, Сектор берет сезон, Нитер берет сезон. Кто там, подождите. Короче, Шум. Нет, ну Шум-то хуй с ним. Не знаю, я буду смотреть баты, мне интересно, как будет развиваться таблица, но у меня нет такого желания, по крайней мере, пока. Вот выйдет 1/8, там уже будут какие-то желания, да, вот хочу, чтобы там Огил выиграл сезон, или не хочу. Пока, не знаю. Батл рэп это спорт, безусловно, просто пиздец. Когда, блядь, пишешь ебаные тексты эти ночами, блядь, блюешь от энергетиков. Такой спорт, я ебал. Тебе было бы приятно, когда... тебе было бы приятно, когда Оксимирон тебя убегу в батле. Я бы не хотел, чтобы Оксимирон убежал в батле. Хорошо сказано. Спасибо. Не знаю про что, но спасибо. Бутеры на завтрак или хлопья мюсли? На завтрак я ем только гречку. Так что... Хуй с... Всем. Короче, будем топить за Влада на ФБ, Мовца на Рэбеле и на кроссовере, а не как два победителя за бат, это будет охуенно. Ну, посмотрим. Привет! Так, жаль, что Сеймура нет на Фрушбаде, Влад, тебе свезло. Бомжак завязывает. Пожаловаться на комментарии. Ну выйди, давай, слышай. Давай, блядь, прямой эфир с Американо, сейчас тебе прилюдно попустим. И все. И как бы... Потом все. Лол, после того, как Скрэпер взял сезон... все равно существовала такая хуйня, как типа... понятно, Пьем берет сезон, там Deepak Sense пьем финал. Вот, а как бы сейчас, мне кажется, уже даже все должны понимать, что нахуй эту хуйню. Вот, все как бы идет, как идет. Португалия берет евро. Все, отстаньте с этой темы. Ты пишешь текст на батл постепенно или в последнюю ночь? Постепенно в последнюю ночь. В последнее время стал очень поздно готовиться к батлу. На батл последний, скажем так, я готовился, по-моему, 4 дня. На батл предпоследний я готовился там неделю. На финал РБЛ я готовился тоже неделю. Ну, это текст писал, а что-то придумывал, естественно, все время практически. Как тебе панч про мини-пьема от Plain Dead? Plain Dead уже... все. Plain Dead крутой, но этот панч полная хуйня. Говно. Удачи на ФБ, спасибо. Не знать браги, что-то говорить про рэп. Угу. Сектора Рил не взяли, не знаю. Скоро все узнается. Грустно будет, если тебе выпадет с Дедом батл, кроме после вашего так крутого комплиментарника. Не напоминай мне об этом. Тебе было приятно, когда Оксимирон тебя вынесешь, его было приятно. Да. Да, давай так скажем. Кому в команду попал? К американцу попал в команду. Забатлил с Лехой Медь. Да, не знаю. Сотникова заценил на РБЛ, да. Что там рассказывает? Стоять нахуй. О, елка и локдог. Это вам не американцев слушать всяких. Сотникова заценил, да, Сотникова заценил и... Ну ладно, не будем это рассказывать, но Сотников мне нравится. С кем батлил на отборе? Что это уже все знают? Этот человек уже просто... знаешь Оксимирона? Его больше нет. Все, как бы вот... Пуньк нахуй вот так вот. Ну ладно, на самом деле, типа, нормально у меня оппонент был на отборе. Я запишу твой альбом, если нет. Да.
Я знаю твой адрес. Я, ну, ниже тебя ростом, но в теории физически, ну, не знаю. Ладно. Я пока не написал, я напишу, и тогда уж мы пиздец разберемся. Тебе сложнее писать или обдумывать, что хочешь сказать? А, писать или обдумывать, что хочешь сказать? Да когда как, бывает, что обдумать сложнее, чем написать. Так ты сидишь, блядь, как это нахуй обдумать? А потом хуяк пишешь, а бывает наоборот, не знаю. Ну, блин, конечно, писать надо уж рифма, блядь. Бля, если бы не было в батл рэпе рифмы, я бы так всех ебал. Просто, я бы нахуй не готовился. Нет, ну я бы такой, типа, так, кто там мой следующий оппонент? Дайте мне 5 минут. Пизда человеку была бы, просто. Но, надо рифмовать, это сложно. Твой колхоз разбомбили, там, вот, это смешно было очень, да, это прям клево. Сколько тебе сектор дал денег? Половину. Понял. Что лучше, Versus или RBL? В плане чего лучше? В плане... Вы меня склоняете на предательство или же как это называется? Я не буду. Пас. А камбэк паровоза видел? Пиздата охуенно. Очень. Респект Парагрину, но уважение Гриша, теперь я тебя разъебу. Ну походу так, да. С Витей Боби он забатлил. Да. С Обиваном забатливаю, когда батл у тебя на битах. На битах у меня батл с Американосом будет во вторник 18.00. Вот. А с Убиваном, ну да, забатлил бы, было бы, мне кажется, интересно. Я бы послушал очень много старого про себя. Ну еще вопросик, будешь ли выпускать свой мерч? Мерч я свой выпускать не буду. Я, блядь, не. Ну, как бы, мне кажется. Вот, кстати, я хотел об этом когда-то там пропиздеть. Короче, мерч нужен артистам. Батл рэпер, мне кажется, не совсем артист. Нет, ну как бы артист не в том плане. Он как бы артистичный, но как бы. Не нужен, блядь, ему своему мерчу. Я не очень понимаю батл-рэперов, которые просто бы... Короче, прямо скажем, МЦ похоронил. Мерч у тебя прикольный, но нахуй он нужен? Ну, день. Только день. Вот это, блядь, конкретно только день. А мы ж, ебать, такие за идеи. Поэтому у меня мерча не будет. Как тебе новые батлы Майка? Кстати, внезапно начал хорошо батлить. Сейчас бы ваш реванш посмотреть. 5-0 было бы, отвечаю. 5-0, изи. Потом бы ему еще ебальник набил, как в тот раз за гаражами. Короче, честно. Майка было два хороших батла после меня с Йогой и с Брагиным. Мне не понравился отбор. Честно. Майку могу это в лицо сказать и в лицо ударить кулаком, как в прошлый раз. Вот. Мотать тяжело так. А каких-нибудь покажи Мирону достойных батлеров на ФБ5. Вот сейчас только об этом честно и думаем. Просто сидим такие, кто на ФБ5 у нас там достойный будет. Да. Короче, разберемся там. Все это. Была ли у тебя ситуация, что тебе нужно готовиться к оппоненту, а ты не знаешь, что сказать, ты батлишь по странице ВК, или таких случаев не бывает. Но вот ты спрашиваешь, батлишь ли ты стороне по страничке ВК, но ты же типа пришел сюда, ты знаешь, кто я. То есть ты, наверное, смотрел мои батлы. И как бы, ну, типа, ты должен знать, видеть. Ну, примерно, иметь представление. По страничке ВК, ну, может, что-то я там где-то зацепил, но не было у меня такого, что ты, блядь, писал тогда-то. Это хуйня какая-то. Были ситуации, когда не знал, что сказать. В двух полуфиналах, как минимум, были такие моменты. Потом как-то находил. Как дела, бро? Охуительно. Мерч, то би пизда. Это... Да. Кто повыносил. Привет. Привет. Хорошо батлишь на битах, стоит смотреть. Спасибо, да. На битах разъем. Рвать на битах, это ж я придумал. Я, короче, это... Порвал. И все говорят, рвать на битах, рвать на битах. В горло Микки Мауса опасно втыкать. Здравствуйте, здравствуйте. А что, давайте группу создадим ВК, будешь как крошка. Да, ну, группа будет. Паблик как бы будет. Не знаю, что там будет. Это будет просто нахуй как паблик. Паблик, батл. Он как-нибудь я что-нибудь напишу туда, типа, хуй. И все. Ну, пусть будет, ладно, там, какую-нибудь картинку, блядь, сделаем. Охуеть. Но попозже. Бабатлить с Джеромом или с Окси? Понимаешь, Оксимирону Американос, как бы. А Оксимирону, он сам признал, что я его могу вынести, и как бы, что теперь батлить, зачем? А как бы Джерому я проиграл голосовалку. И тут уже как бы реванш. Вот, а тут как бы весомо. Вот, так что я жду вызова от Джерома. По твоему мнению, кто победил, Оксимирон или Гнойный? Потому что сентябрь 2017 снова начался? Или, блядь, август?
Да хуй знает. Короче, блин, ну как батл, типа, Гнойный сделал все, типа, более батлово. Оксимирон сделал более... Короче, типа, он сам прав был в том, что слишком много внимания на себе заострял. Но слушать в первые, особенно там, разы точно было. А и в последние разы его интереснее слушать. Но Гнойного были крутые панчи. Были крутые доебки. Тут как бы никуда не денешься. А после ФБ планируешь еще участвовать в каких-нибудь турнирах? Не дай бог. Хотя я так говорю каждый год, но я нахуй я уже не могу просто. Же, блядь. Короче, если меня дернет, блядь, если вот через год вы заходите, а я такой, ах, там, блядь, пацаны, типа, сейчас там, какой у нас там новый батл, блядь, там, точка батл, второй сезон, реванш мне с паровозом нужен, убейте меня нахуй. Вот напишите американосу, он знает, где я живу, он не знает, где, ну, найдет, вот. Чтоб меня нахуй убили. Блять, я либо дауном буду, либо, я не знаю, не буду я никогда лучше ни в чем сейчас. Почему достиг пор групп, до сих пор, видимо, группы ВК нет. Некогда этим заниматься, если честно. А, ну, мне пишут люди, типа, давай вот я создам, давай там, типа. А все-таки, я думаю, что у меня там в админах будут, ну, как бы свои люди. Это без обид, как бы, ну, это понятно. То есть, люди, которые живут со мной, если что, я дам пизды. А как бы, просто так, ну, что. А Балбиск я хотел бы видеть на ФБ. Да, блин, нет. Ну, что там о Балбиск? А Балбиск стебется в последних батлах. Это в турнирках будет проеб. Ну, зачем? А Балбиск умеет батлить, но... Да и на ФБ тем более, ну, не знаю. Окси или Смоки, проспойлили, кто стал твоим ментором. Ты хочешь, чтобы меня выгнали? Вот сейчас я говорю, что я в команде. И пиздец, все, у меня один звонок. Я говорю, алло, да, кто это? Мне говорят, просто, ты уволен. И как бы я уже дружка, блядь, этого не уволю. Батлить можно хоть по количеству выпитого пива, если это хорошо обыграть. Да. Кстати, когда комплементарности рэп... Да и то, кстати, вы не поняли то это. Все, ладно. Когда комплементарности рэпсом... Артем отказался. Мы ему деньги уже предлагаем. Говорит, Артем, пожалуйста, похвали меня. Он говорит, иди нахуй. Влад, скоро на твоих концертах будут сегодня зрители. Не забывай про эти ламповые посиделки. Да. С Федуком мы тут вот сидели. На РНБ с кем в команде в сезон идешь? Ищу команду, но жалко, что Максим Паровоз уже на точке батла, а то бы мы с ним командно разъебали бы всех. Пьем, ты за своей прической на яйцах следишь? Кстати, да. Я временами такой, типа, становись снова сектором. Батл мечты у тебя... Американос Федук. Есть рэпер по имени артист, но нет артиста по имени рэпер. Нормально, нормально. Ае, пятый раз захожу, а тут все про Американоса. Да. Вот. Это, блядь, событие, как Хайд пришел. Ну, нет, намного меньшего масштаба, но все равно прикольно, нормально. Когда у ЗБ стрим? Да я откуда же знаю? Не знаю, когда там ЗБ стримит. Как тебе последний рвать на битах? Охуенно, мне прям понравилось. Ну, половина, понятно, да, половина. Как бы, ну. Вот, репак тоже круто. Это так, ну, чтобы ограничить половину. Смоки Мо, да. Оксимирона. Бля, ПМ, ты охуенно хотел спросить, будет ли батл похоронил и Хэлла? Я охуенно, спасибо. Ну, вроде же они там батлили, вроде. Фотки были какие-то. Ну, выйдет, наверное, не знаю. Аба раньше хоть слова говорил, но последнем в Минске он уже просто звуки произносил. Посторонний заебал? Да. Не смотрел и как бы правильно... А, может, ты с Окси общался? Да, вот. Никогда не забуду этот момент. Вот. Подхожу, короче, к чуваку, говорю, привет, Мирон. А это не он. Это серьезно. А это американец. Худеть хочешь? Не хочешь, красавец, который раз уже бросаешь? А, Го Минск. Сейчас. Да. Как думаешь, ЗБ смог бы разъебать Чейни? На битах, да. Ты такой активный мальчик. Пиздец. Коснорт очень крут. Шопа Коснорт. Очень крут. Как тебе Гукила? Нравится? Блин, ну... Стильненько, да, все это там. Типа он умеет технически делать рэп. Бывают прям крутые строчки. Ну, типа, это не батлово, наверное, как-то. Будешь внукам про паровоза рассказывать? Нет, я думаю, к тому моменту он уже меня заебет. Лучший МЦ на РБЛ после Керамбита.
А Американос был на РБЛ уже или нет? Тогда Огил. О, этого чувака знает, это тот, которому, ну... Не напоминай мне про это. Мы как бы со Смоки Мо уже все разрулили, разрешали и все. Вызывают тебя на Б... Вызывают тебя на БМП. БМП это... Что? Как тебе последний батл демо? Не смотрел, честно, не в курсе. Влад, как тебе МЦ всех МЦ? Есть потенциал. Ну, блин, ну, как бы... Я вот в ахуе с этих людей, которые сын проститутки, МЦ всех МЦ. Сколько им там, блядь? 14, 17. Да вот даже на РБЛ был чувак, которому то ли 15, то ли 16. Чтоб вы понимали, в 14 уже я не буду говорить, чем я занимался. Вот вообще не этим. Просто максимально не этим. Просто есть, блядь, грань батл рэп, и есть вот туда, блядь, грань другое. Вот оно называется другое. И я занимался примерно другим. Вот. А эти люди, ну как бы они, причем, ну, я не могу сказать, что мне прям нравится, что я пересматривал. Какой-то батл МЦ в СХМЦ, мне прям, ну, я поржал что-то. Вот. То есть это явно, ну, не тот чувак, который там сейчас... Спойлер, да, небольшой? Нет, тогда он обидится. Не, он не обидится, это может его разрезать. Ну, короче, не ждите сейчас. Ну, я в ахуе, что люди в таком маленьком возрасте, молодом, они делают уже так. Дайте им там... Через 5 лет ему будет 19. Мне 19 было почти 5 лет назад. Умереть не встать, нахуй. Американосу 19 лет было, блядь, еще когда этот самый Оксимирон неизвестный был еще. Все, мы в ахуе все. Максон на точке просто уничтожил. Охуенно, Максон, брат. Как там в ЛГТ? Вроде хорошо. Подошел, разъебало сзади в очереди за, да, Терепс, Бобби. Именно в этом порядке. Смотрел нераскрытый сериал с нераскрытое дело. Смотришь 10 серий, просто смотришь. Не, честно, сериалы вообще не смотрю, у меня нет времени. Нереально это успевать. Ну, типа, чтоб и спать там, типа, работать, сходить на тренировки, писать, блядь, рэп ебаный, звонить Американосу, стоять под дверями, блядь, 20 минут, просто плакать. У меня на такое времени нет. Бля, почему паровоза так гнобя? Жалко, сука, его гнобят все охуеть. Да на самом деле, типа, ну я вот давно его не гноблю. Был какой-то определенный момент, когда, мне кажется, ну, я вот в тот момент это понял, что... Уже какие-то рамки перешло. Ну, это все, причем не мое гнобление, то есть вы поняли, то, что когда-то это должно все заканчиваться. Но, конечно, то, что он там новое творит, по-моему, он не самый умный персонаж. Он не осознает примерно какие-то моменты, позиции, всякую хуйню. О, да это же был спойлер ментора. Я что сказал? Я не говорил. Ах ты хитрый жат. БМП это боевая машина. Ну да, вот, пока, вот, пока. Как тебе твоя сестра на батле? Что вы все такие? Тебе самому во время первого сезона Ростова было лет 12. Ну, во-первых, мне было 19. Ну да, как бы и то мы тогда, вот мы в сезоне Ростова, Декабрист, Бояра и я, три полуфиналиста из четырех, мы были, по-моему, вообще самыми молодыми. То есть тогда было вот так, тогда, блядь, не, один чувак был, ему то ли 17, то ли 18 было верно. Вот. Ну, как бы он там, по-моему, в топ-16 проиграл. Не помню, честно. Как. Я уже начал забывать все. Я тогда просто с Джеромом батлил. Американос мне после батла звонит, говорит, алло, я твой ментор. Очень мне очень понравилось. Друзья все довольны. То есть реально говорит, ебать, ты красавчик, охуенный. Я такой... Ну, в первый момент я понял, что я этот самый, блядь. Охуенно. Дели Али Бист. Ну, да. Витя Бобби новый серый кардинал батл рэпа. А на треках все равно голос не прорезанный. У меня? Ну да, наверное. С кем батлил на ФБ? Вот выше говорили. А, и ниже тоже, везде говорили. Слева, справа еще не смотрел, мне кажется, там тут. А с кем я батлил на ФБ? Говорят. Что за тема, Влад? Только зашел. Ой, нет темы никакой. О, вопрос. Вот сейчас тема о том, что ты спросил меня, какая тема. Я не ебу. Я, кстати, при желании я могу 20 минут на это отвечать. Кто на стриме, давно ответьте, когда ФБ выйдет. Американос меня так заебал уже. Я, честно, один раз приехал в февраль. Февраль, да? Холодно очень. Договорились, типа, ну все, братан, типа, я у тебя рэп запишу сейчас это. Вот.
Блять, 2 часа под дверью стоял. 2 часа. Он меня заебал уже. Тебе сколько лет? 23. Да. Привет, друг. Так что ты прошел ФБ? Ну, привет. Во-первых. Ну, скорее, наверное, где-то, да. Ты такой быстрый, да? Бы всякие. Влад, скажи, с кем батл на ФБ? Так уже же говорили все. Я не могу этого произносить вслух. Ты на тренировках тягаешь железо или у тебя как кардио программа... Короче, программа кардио с железом. Вот, как бы, чтобы понимал, как бы это вот так. Вот. Все, Влад, пока. Я спать спокойной ночи. Спокойной ночи. Давай. Как тебе сегодняшний стендап от Антонио Конте и Виктора Мосса? Я не смотрел матч, потому что у меня нет этих футбольных каналов, потому что просто я не могу их подключить. Я захожу, Ростелеком у меня эта хуйня. Такой захожу, говорю, сейчас типа давайте это, я куплю 400 рублей, возьмите, отъебитесь от меня, дайте мне футбол посмотреть. Они мне просто говорят, нельзя нахуй купить эти каналы. А по Матч ТВ же не пока. У нас Зенит Уфа показывают по Матч ТВ. Охуя. Кто такой Американос? Стыдно! Тебе сейчас стыдно должно быть. Сеймур или Дип? Ну, скорее всего, все-таки Дип. Сеймура круче панчи, но они более стандартные вида. У Дипа. Вот у Дипа, допустим, есть панч, ты там даже в собственной нише занял собственную нишу. В зале это не так заходит, как там панч какой-нибудь Сеймур. Это не минус Сеймура, это его стиль. Но мне вот ближе, наверное, все-таки стиль Дипа. Хотя временами Дип может куда-нибудь улететь. Просто вот он бим, в сторону, да. Есть инфа по Версусу на сегодня. Есть инфа, что мой батл сегодня выйдет. Причем не знаю с какой площадки, но я не знаю, хилик не ебу, но. Все. Рамирес говно. Вот так ты решил ворваться. Вот просто ты бум нахуй. Пришел, Рамирес говно. Хорошо, что не Американос. Потому что тогда была бы пьяная драка. Сектор сколько? 32. Американос бургер какой-то. Ну, временами он то бургер, то потом поменьше становится. Влад, братан, ты после батлить после ФБ перестанешь? Я не перестану батлить никогда. Не, ну, конечно, когда перестану, но нет. Пачука и Картава интересно за местными чается, да. Я бы хочу посмотреть это. Как там ноунеймы на ФБ выступили? Кого бы отметил? Всех. Кроме двух. Да нет, даже кроме одного, нет, кроме двух. Блять, я удивлен всем этим уровнем происходящего. Это прям очень круто. Вот тоже, опять-таки, люди батлят в первый раз. Понятно, что я начинал в другое время. Вот, блять, люди, которые я вижу в комментариях. А ебать, Огил. Ну, да, это не дисреспект Огил, но типа, Огил вот в первый раз сделал так. Вспомните, как сейчас не топы нахуй делали. Блять, люди ебнулись. Это было 4 года назад, вот конкретно я, мой батл был уже первый, больше 4 лет назад, все было другого уровня, вот, охуенно я, блядь, опять ушел в какую-то сторону, вот, слушал новый альбом Гребенщикова, слушал вчера и не дослушал, по-моему, 3 песни последние, то есть я 6 там послушал, что-то мне стало грустно, страшно, одиноко, больно, жестоко, то есть мне очень понравились там первые 2 или 3, потом как-то уже, я, ну, короче... Блин, ну это, конечно, интересно. У нас салют на улице дают. Ура! Чё празднуем? А, 1 апреля. Окси или Шок? Оксимирон и Шок. Сейчас кто-нибудь смотрит твой стрим, чтобы потом на тебя текст писать. Ну, как вариант, да, кто-то можно. Футбол можно в Телеграме посмотреть. Да? Конечно. Дип пиздит биты из аниме. Да, наверное. Топ 3 лучших батл-рэперов. Блин, не знаю. Вот я скажу Тирэпс, да? Тирэпс не батлил больше, ну, год. Ну, не больше, но год. МЦ похоронил, безусловно, топ. Не батлил, не, ну, он батлил, но последнее, как раз таки, сомнительное было. Ну, нормально уровень, но все равно. Короче, Дип, Тирэпс похоронил Сеймур, Оксимирон, Гнойный, этот, всячески, Сектор. Ну, топ-3, я не знаю. Как, где тебе Лил больше нравится? А, Лип, где тебе Лип? А, Дип. В треках или батлах? Да в батлах, конечно, но треки тоже есть крутые. А, Огил бодрый дядька, да? Главное найти себе приемника, преемника. Это мой преемник. Это вот мой преемник. Все. Это Американос, он приехал, смотрите. Американос, скажи. Hello. Ушел. Эль реально...
лучше одного пожилого человека, которого не буду называть, так как спойлер. В смысле? Эль волновался. Хорошо, что ты не видел сегодняшний матч Челси, ты бы захотел умереть от наркотика. Ну, я вот, блядь, так и понял. Как тебе жаба Аркадина? Смешно, вот очень прям. Это прям очень смешно. Мне понравилось. Сейчас. О, да, да, да. Как ТМЦ похоронил? Охуенный батлер. Очень крутой. Блядь, один из лучших панчлайнеров, точно. Слушал альбом Кровостока? Слушал. Короче, с Кровостоком, вот хуесосьте меня как хотите. У меня такая история с Кровостоком. Я слушал, по-моему, все их альбомы. Я просто не понимаю, я понимаю, что чем это может быть интересно. Я от этого не плююсь, я спокойно слушаю весь альбом. Я понимаю все эти там, ну, там кто-то слушает, говорит, да что он там подбит, бубнит там, типа хуйня. Я понимаю это все, но мне просто это неинтересно еще раз слушать. Какой-то, по-моему, Ногти, вот у них был трек когда-то там, ну, недавно относительно. Он бы мне понравился, а так, ну, как-то вот, не знаю, послушал. Голова, вот голова, по-моему, синглом выходила когда-то с этого альбома. То есть я трек «Голова» я когда слушал сейчас, хотя я его один раз послушал, блядь, не знаю, там сколько, полгода назад примерно, да? Я вот сейчас слушал, я, ну, то есть все знал, понимал, мне было интересно, все. Не мое, честно. Сохрани эфир, ну, постараюсь, да. Топ-3 прямо сейчас, да, блядь. Ну, Deep Xense, потому что батл с Отриксом был недавно прям, да, то есть он... Да, блядь, сейчас так много еще, знаешь, с битами все смешивается, там, Дима Шушева, Алфавит, честно, не буду. А, ну сейчас, да, тогда хорошо, тогда сектор, этот, Дип и Парагрин, потому что вы увидите его новый батл Парагрина, просто топ ебаный. Все, ты учишься, работаешь, работаю. Витя Бови тоже крутой, Витя Бови четвертый. В дотку катаешь или только фифку? Нет, только фифку. Чьи треки из батл рэперов нравятся? Ну вот у Дипа, я забыл, кстати, да, когда был уже этот вопрос раньше, Дип. Дип крутые треки. Миракл больше не батлит? Вроде нет. Странно, у меня то 38, 36, то потом бум, 20. Там, что за хуйня? Американос выходит, и люди такие, фу, слава богу, блин, надо возвращаться. Как относишься к Букер? Букер мне не нравится. Мне не нравятся треки его, хотя вот какой-то один был прикольный, с Гокилой, по-моему, да, нормальный трек. Вот, но так я это слушать там постоянно не могу. Кстати, по СКПСС у него тоже. Ну так, послушал нормальный трек. А батлы, не, раньше было лучше. Огил вывез только за счет пены изо рта. Не напоминаю. Вот это плохо было. Не забывай про лайки. Да, сохрани эфир, да. С кем бы хотел батл. Со следующим оппонентом. Очень хочу разъебать его нахуй. Вот скоро афиша, увидите там все охуеть. Панчи про футбол или про ты хуже, чем раньше? Про футбол. Рэп, yeah. МЦ всех МЦ, я надеюсь, что ты не слышал, как я тебя обсирал полчаса назад, потому что тогда ты скажешь, так можно и вены порезать, возраст подходящий, ты там, под... Максим же, ты уже не знаешь, да, такую певицу, ладно, не планируешь провести декодинг трансляции какого-нибудь батла, а какого батла, Адольф, я запомню твой никнейм, потому что там комментариев дохуя. Вот напиши мне, какого батла. А вообще, конечно, не думал об этом. Идешь на ЧМ? Не, у меня ни денег нет, и не, ничего нет. И как бы... Нахуй Кровосток. Икар послал нахуй Кровосток. Две минуты осталось. Как обычно, я запизделся. Блять, насчет Кровотока, та же тема, один один очень... Ну, вот так. Здоровый, бать. Сектор, здоровый, бать. Минута 50 осталось, чтоб ты понимал. Сектор, наконец, о, сектор. Твой батл выйдет сегодня? Я не в курсе вообще. Я вот увидел эту хуйню где-то, что мой батл сегодня выйдет. Я не знал. У меня нет панчи, я не знал. Здорово, Владислав, привет, привет. Прежде по отборам, Усе, да, хорошо, пошли. Подключайся. Ей прическа, кто-нибудь так нравится. Шум, вот Алфавит сегодня понравился. Чайник нормально делал. И делает. Ладно. Вот, ладно. Сектор, пропитываешься атмосферой ФБ. Слышать тебя монет в фифе, хочу подогнать, а ты выкидываешься. А, ну я понял, кто-то... Да, блядь, стрёмно нахуй меня потом. Что думаешь о творчестве Новца? Треки, батлы... Треки парочку слушал, вроде, что-то нормально. Батл мне вот... Один его батл понравился, последний с Дипом. С Дизвилсом, блядь, очень крутой. Хороший. Сектыр туда не прошел. Ой, в смысле, тьфу на тебя. Кого из русских исполнителей слушаешь? Сектора, вот, блядь. Смоки Мо, Оксимирона, Сектора, вот, мой топ-3. Пропитался, вон, да. Сектор пропитался уже весь, блядь, этот... Какие русские релизы посоветовал бы? Вот давайте, кстати, 40 секунд. Начинать еще трансляцию или в пизду?
Я вот пролистываю несколько этих, 37 секунд, начинать или нет. И не просто типа, ну, пишите да-да, а вот реально, типа, кому-то это будет сейчас интересно, или вы уже такие сейчас, ну, 2 минуты посмотрю и в пизду. Может быть, сектор придет, я не знаю. Начинаю. Ну, блядь, МЦ, все МЦ, понятно, ты, конечно. Да, да. Сектор, а ты чё, кстати, как мы это, кооператив? Или кооператив, нет, кооператив у нас вечно, блядь. Бля, вы говорите запускать. Ну, в принципе, да, я, кстати, как-то, обычно я заёбываюсь, но я потому что больше хуйней занимаюсь, сейчас как-то спокойно все. Давайте тогда сейчас. Не дохуя пока людей. Здрасте, здрасте всем. Надеюсь, что меня будет нормально слышно. Пунктир. Привет. Всем привет. Земской привет. Всем. Да. Всем. Все делаем так. Вот. Вообще нет никакого повода обычно. Хоть что. А, ну нет, вообще есть, конечно, повод один. Привет. Со всеми поздороваться, это уже повод, как бы, протранслировать. Вот. Нет. Ну повод есть, но о нем можно, короче, попозже. Говорить. Всем привет. Привет. Когда первые выпуски Фрешблада, Владик, не в курсе, честно. Привет. И, соответственно, всем привет. Вот. Меня нормально слышно за музыкой, а музыку вообще слышно? Все слышно, короче. Должно быть вот, типа, идеально все слышно. Вот. Короче, повод, да. Ну, я, может быть, кто-то подскажет это потом. И мы это обсудим. Вот. Сам на такие темы я не хочу начинать. Вот. Короче, скучно, вот просто, блядь. Ну, скучненько довольно что-то. Очень такой день у меня был насыщенный, я дома сидел один, ну, здесь очень насыщенно. Ну, вот так вот. Перезапустим скоро трансляцию, потому что что-то от меня хотят.